Ассаламу алейкум, дорогие друзья! В эфире передача «За кулисами». И у нас сегодня в гостях заместитель художественного руководителя Государственного республиканского русского драматического театра имени Максима Горького, заведующая актерской труппой, актриса русского театра, ведущая многих государственных праздничных мероприятий республики Юлия Майорова. Здравствуйте. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас видеть у нас на передаче. Первый вопрос. Какие новости в русском театре у вас на сегодняшний день? Да, я хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня на эфир, потому что грядет открытие нового 92-го театрального сезона. Так, 92-го? 92-го театрального сезона у русского драматического театра. И для наших любимых, уважаемых зрителей мы готовим к премьере две постановки. И? Первая постановка – это комедия Рэя Куни, которая называется «Номер 13». Режиссером-постановщиком данной комедии выступил заслуженный деятель искусств России Скандербек Тулпаров, художественный руководитель русского театра. И еще одна музыкальная комедия, которая называется «Проснись и пой» Миклоша Дьярфаша. Ее ставит Марина Алексеевна Карпачева, наш режиссер, который принадлежит большое количество спектаклей в русском театре, с которыми знакомы наши уважаемые зрители, те, которые приходят в театр. Это будет музыкальный спектакль, актеры там будут петь вживьем. В этом спектакле будет принимать участие народный артист Республики Дагестан Алексей Тимохин, который вернулся в нашу труппу. Да, я буду в курсе. Да, у него одна из главных ролей. И поэтому сейчас идут такие активные приготовления к премьере, но откроемся мы где-то в середине октября, потому что в начале октября, 9 числа, мы уезжаем на недельные гастроли в город Волгоград. Так, ясно. Да, нас там ждут. Будем играть в Волжском, будем играть в Волгограде, будем играть в Камышине. А потом будет на местах. У нас здесь пока спектакли в Махачкале. А потом мы приезжаем сюда, да, и полностью у нас есть неделя для того, чтобы полностью подштриховать наши спектакли премьерные, и мы их выпустим в октябре. А у вас показ будет в октябре, вы сказали, да? В октябре, да, в середине октября. Какие спектакли, то, что вы сейчас назвали две спектакли, это будет именно в октябре, и мы, зрители, можем зайти свободно посмотреть спектакль, даже? Конечно, абсолютно точно. У вас в данное время в репертуаре русского театра какие новые спектакли, кроме этих новых? А старые показали, которые показаны, они показывают и у вас в сентябре или нет? Нет. Или вы сейчас заняты поездкой в Дербент? Мы до открытия, официального открытия театрального сезона, мы не показываем спектакли на зрителя. Мы открываемся в Большом зале Русского театра, пока еще не решили, чем будем открывать наш театральный сезон новый. Но пока идут репетиции к новым премьерным спектаклям. Мы подчищаем наш прошлогодний репертуар. Вот вы спрашиваете, какие спектакли были выпущены буквально весной. Мы выпустили два спектакля, один из которых по пьесе Владимира Зуева «Мамочки». «Мамочки». Да, его поставил вот Вячеслав Терещенко, да, который к нам приезжает. И Марина Алексеевна Карпачева поставила спектакль, автор которого приезжал к нам, Алла Коровкина. Это спектакль «Выбирай рай». Ну, «Выбирай» по-другому называется. Да. Вот, Юля, скажите, пожалуйста, а вот что вот интересно, Тулпаров, он сейчас в данное время является худруком или главным режиссером у вас? Ну, я думаю, что статус написания на бумаге должности не имеет значения, потому что... Но он работает еще в Кумыкском театре. Он работает директором Кумыкского театра, да, но я так понимаю, что талантливый человек, он талантлив во всем, и как организатор, и как директор, и как руководитель для нас, для актеров, для актерской труппы, он не перестал являться художественным руководителем. Номинально он стал главным режиссером театра, но для нас, для актеров, его статус не поменялся. То есть, как он был для нас художественным руководителем, так он и остался. Как он был для нас отцом, человеком, руководителем, которого мы любим, за которым мы идем, которого мы безмерно уважаем, который все творческие вопросы с нами регулирует, так он и остался. Юля, скажите, пожалуйста, а где вы родились? В Дагестане ли? Или? Я родилась в Волгограде, и в Дагестан я приехала в 2008 году. То есть здесь я нахожусь 9 лет уже. 9 лет. 9 лет.
родилась там и училась тоже? Родилась там, училась там, Волгоградский государственный институт культуры и искусства я закончила по специальности режиссура по областям применения, режиссер-педагог. Но не работала по специальности, я работала ведущей радиостанции, ведущих радиостанций города Волгограда и на телевидении тоже. Но я знаю, что вы работаете и работали в русском театре в качестве сперва актрисы. В качестве завлита сначала. Сначала завлит. Завлит, да. А потом наш многоуважаемый Мавлет Даниялович Тулпаров решил все-таки использовать меня по тому профилю, по которому я и училась. Да, то есть мы учились на режиссуре, но тем не менее занимались актерским мастерством в достаточной мере. Конечно. Для того, чтобы потом играть на сцене как актриса. Именно, да. И первый спектакль, который был с моим участием, это для меня очень дорогой, знаковый спектакль, потому что в нем я играю в дуэте с народным артистом России Сайгумом Ильдаровичем Айгумовым. О, да. Спектакль «Перед заходом солнца» Гауптмана, спектакль, который в прошлом году на фестивале во Владимире, фестиваль «У золотых ворот», так он назывался, где были показаны лучшие театральные постановки Европы и России. И России. Да, мы взяли, во-первых, сорвали овации зрителей, и Айгум Ильдарыч взял приз за лучшую мужскую роль. Приз – это хрустальная шапка Мономаха. Ах, вот оно что! Да. Дело в том, что когда мы его пригласили на эфир, мы помним, шапка Мономаха была, мы его сняли тоже. Это все вот... Да-да. Дело в том, что это получено было тогда даже? Это было получено во Владимире, вот год назад мы ездили на фестиваль «У золотых ворот», он называется. Это очень престижный фестиваль, на который мечтают попасть, наверное, все театральные коллективы России. Вы заметите, если когда приезжают на фестиваль и с Европы, и с России, и плюс... Наш дагестанский театр, русский театр выигрывает и плюс еще приз. И потом, надо сказать, что жюри было очень обширное, то есть география их поселения была обширная, то есть от Питера до Германии. Очень представители разных направлений в искусстве, начиная от телевизионных направлений, заканчивая театральными, и художники. Вот как-то вот такая группа собралась, вот члены жюри были очень достойные, и они все после собирали пресс-конференцию с нами, с актерами, и очень лестно говорили о нашем театре, и очень были удивлены тем, что мы не академический театр. И просто желали, да, они просто были в недоумении, что театр не академический, а просто государственный. Республиканский. Вот. Это очень для нас было дорого. Они вообще отметили, что игра дагестанского театра ничем не уступает московскому театру, питерскому театру. То есть школа такая же самая, такая сильная. Школа. Методика работы тоже. Все то же самое. То есть характеры на сцене выдержаны, мизансцены, вся драматургия. То есть все сделано так, как должно быть. Причем, я прошу прощения, что перебиваю, Гауптмана вообще не берут практически даже в Германии. Его как драматурга не берут. Почему? Потому что он очень сложный. Потому что это целый мир душевных переживаний, которые очень сложно воплощать на сцене. И передать. Да-да-да. Вот путем сценических каких-то средств. Но Мавлет Даниялович, не устаю восхищаться, его гением режиссера, который берется за невыполнимые, казалось бы, задачи и, скажем так, выдает очередной шедевр. Вы, по-моему, когда была фестиваль в Воронеже, там где-то целый месяц, и вы смотрели, были во всех спектаклях. И тем более, если начинается с Германии, кончая глубь России, имею в виду Сибири, вот поймите, сколько театров, и они все государственные, академические, не считая народных, да, государственные. И все показывают свое мастерство, свою методику, свою работу. И когда вот мы в числе лучших театров, да, когда Дагестан, это заслуга, я бы сказал, коллектива, заслуга режиссера. Вы как замечаете, заслуга актеров или еще кого заслуга? Вы знаете, я считаю, что вообще и по правилам театр – это искусство синтетическое, и оно собрано из многих средств. То есть одно без другого быть не может. Петелька, крючочек, понимаете? Здесь все службы играют важную роль. Да. И технические службы, и режиссер, и актеры, да, и бутафоры, и костюмеры. То есть это общий процесс. Если какое-то одно звено в спектакле будет работать не так, как нужно, то как бы актер не старался на сцене воплотить образ, да, или задумку режиссера, все равно зритель
увидит что-то не то, то есть какой-то провал будет. Поэтому все службы технические, которые работают с нами, да, на спектакле, да, они все сосредоточены. То есть они, каждый профессионал, каждый выполняет свою работу на все 100%. И тогда продукт получается вот как на картинке. А твоя самая любимая роль? Какая? Вы знаете, нельзя сказать, какая моя роль самая любимая, потому что они все абсолютно разные. То есть я за 6 лет своей работы на сцене, да, сыграла в 5 спектаклях, 2 из которых являются: один музыкальный спектакль, один детский спектакль и 3 основных большие роли, которые я люблю. И они все разные, они не похожи друг на друга. И каждую я роль люблю по-своему. А ты как чувствуешь? Ты сама актриса драматического плана или комедийного? Ну, я считаю, что вообще комедийная актриса, несмотря на то, что многие считают, что это очень как бы легко, комедию играть очень сложно, вот, драму играть легче. А почему? Потому что в комедии, комедию, чтобы сыграть так, чтобы зритель смеялся, надо играть ее внутри и не смеяться. Понимаете? То есть, если вы будете серьезно воспринимать комедию на сцене, зритель будет смеяться. А драму, ты переживаешь ее через себя, ты входишь в это состояние, как бы, да, вот серьезной, драматической какой-то роли, и твое состояние передается зрителю. А играть комедию и не засмеяться, это очень сложно. Особенно, когда, например, вот сейчас Мавлет Даниилович, я смотрю на репетиции, он ставит номер 13, «Рея Куни». Это очень смешная комедия, она кассовая, она идет практически в любом театре. И ее любят зрители. Но он, как мы знаем, что Тулпаров, он вообще любитель серьезных драматических опусов. Да? То есть «Бестужев-Марлинский», «Перед заходом солнца», «Без вины виноватые», «Записки сумасшедшего». То есть все такое сложно драматическое. Да, и тут он приходит к легкому жанру комедии. И он сейчас мучается, потому что он говорит: я никогда не думал, что комедию поставить очень сложно. Очень сложно. Так, чтобы смеялся зритель. И это говорит Тулпаров. Это говорит Тулпаров, да. Он никогда не ожидал, кстати, что это будет сложно. На самом деле, вот интересно, на самом деле, вот такой режиссер говорит, что комедия труднее, чем драма. Да, на самом деле. Потому что мы, когда играем комедию, для нас, артистов, это же по-настоящему. То есть мы должны выглядеть смешными для зрителя, но для себя в предлагаемых обстоятельствах мы же играем серьезно. Ну, конечно. А внутри-то мы понимаем, что мы дурачки, когда мы играем там какую-то смешную роль. Когда нам объяснили, что комедия — это трагедия, которая случилась не со мной. И мы, когда играем, на самом деле переживаем. Может быть такое, да. А в зале умирать, смеяться. Да, да. Вот, мы тут волнуемся, вот это думаем, сложно, да, очень. Вот оно что, ребята. Вот приходите в театр. Я почему вот люблю театр. Вот я хочу, чтобы со мной вы тоже приходили, посмотрели спектакль. Вот у нас скоро откроется сезон. Приходите, посмотрите. С детьми приходите. Просто вот я сама сыграла в комедии. «Смеется ли Чехов» — это комедия. Да. Которую вот поставили мы в октябре месяце. Мы ей открывались. Кстати, 91-й сезон театральный открывался Чеховым. Да. Там это комедия. И причем Тулпаров соединил две комедии в одну. То есть есть такой триптих Чехова: «Медведь», «Предложение» и «Колхоз». Ага. «Медведь» и «Предложение» он соединил в первом акте в одну вещь. И на сцене происходят действия сразу на двух площадках, одновременно. Одновременно, одновременно, да? Но плавно перетекает, то есть если та сцена заканчивает работать и чем-то занимается своим, работает эта сцена. Эта сцена начинает заниматься чем-то своим, работает та. Зрителю сначала сложно, он как бы следит, не может успевать за сюжетом нашей половины и той. Но в процессе игры актерской, когда вот такая восьмерка постоянно перекликается друг с другом, два сюжета, зритель начинает понимать и принимать то, что происходит на сцене. Как люблю я вас, как боюсь вас, знать увидел вас, я не в том причем. Очень черные, очень страстные, очень черные и прекрасные! Милостивый государь! Да! В своем уединении я давно уже отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика. Убедительно прошу вас, не нарушайте моего покоя. Сударь, заплатите мне, и я уеду. Очень черный, очень страшный, очень черный, очень жгучий. Я, кажется, сказала вам русским языком. Денег у меня свободных теперь нет. Погодите до послезавтра. И вот эта комедия.
И вы знаете, я гораздо больше потею на этой комедии, нежели на «Перед заходом солнца». Потому что, когда ты не слышишь зрителя, который должен смеяться, а в этом моменте он, например, по задумке режиссера должен смеяться, вот, то это уже, как ты знаете, для актера несколько это же неудобно. Интерпретация, трактовка режиссера. Видите? Это да, это трактовка Толпарова, это его была задумка. Но сложно актерам, во-первых, думать. Что? Все верно, очень сложно. Да, конечно. Действительно. Это Мавлет Даниалович подбирал вот именно ансамбль актеров. Это надо быть суперпрофессионалом. Я не хвалю себя, но на самом деле это очень сложно. То есть мы должны проживать свою жизнь в своем отрывке и не забывать о том, что там есть другие люди. Вот, и мы не должны перекрывать их, не должны перетягивать одеяло на себя, а плавно давать работать им, когда работают они, и уходить, когда работают, они работают, мы уходим. Потом они умолкают, мы начинаем работать. Это сложно. Еще во внимание их взять, что объект внимания тоже. Да. Ту половину, да. Но... Очень сложно, дорогие мои. Вы не думаете, что актерского просто вышли, сыграли. А вы вот очень трудно, когда нас не понимают. Вы знаете, это вообще очень легко осуждать людей, не прожив их жизнь. То есть ты возьми, одень костюм, выйди на сцену в толпу и... Сделай так, чтобы толпа за тобой пошла, чтобы она тебя услышала, чтобы она услышала то, что ты хочешь донести. А тогда скажи, что мы клоуны. Понимаете? А когда человек абсолютно с этим никак не соприкасается и просто берется осуждать, я не понимаю этого вообще абсолютно. Юля, вот скажите, пожалуйста, объясните этим людям, да, вот на самом деле, что интересно. Я говорю, ребята, мы, поймите, это очень сложная работа, сложная профессия в мире. Они говорят, что, говорит, я говорю, актерский мир, да, актерская жизнь, наша учеба, мы учимся 5 лет, 6 лет, мы учимся очно. Актерского раньше не было, это сейчас заочно, а раньше очного заочно не было. Действительно, да. И мы каждый день, мы работаем, они говорят, я говорю, как хирургия. Они говорят, вы, говорит, вышли на сцену, спели песни, что еще вы хотите? Поймите, мы не выходим, мы не поем. Если мы просто так, это уже получается народный фольклор, это самодеятельность, но это государственный театр. Театр же воспитывает. И да, вот, театр — это такая площадка. Я не могу, органы власти раньше обращались только в театры, потому что театры были трибунами для чего-то. Они создавались для того, чтобы с помощью театров можно было манипулировать массами людей. Сейчас в русском театре актерская труппа. Сколько человек у вас? Сейчас у нас 39 человек в актерской труппе, и меня очень радует то, что к нам хотят приехать из России, ребята. Из России? Да, у нас работает девочка, которая уже 2 года, с Белгорода, Софья Костишина. Очень талантливая девочка, закончила там институт, очень грамотная, играет, уже сыграла несколько таких знаковых ролей для себя. В этом году к нам приехал, труппа пополнилась мужчиной, Николай Пушкарев к нам приехал, аж с Сибири. Вот, да, и много поступает на электронную почту как бы, заявок к нам. У нас есть одна большая проблема, у нас нет жилья. То есть, сами вы знаете, что театры очень плохо финансируются, мы постоянно выбиваем какое-то общежитие для актеров, пускай не только русского театра, пускай для всех театров, да, то есть те люди, которые, например, отучились, люди в Москве, да, в той же там Щукинке, да, или в ГИТИСе, и они, может быть, и приехали бы к нам работать, но у них нету жилья, да, негде жить, театр должен снимать жилье, такой статьи нету, приходится какие-то средства изыскивать, и, в общем, вот эта проблема так в этом, то есть проблема кадровая, состава в театрах, это проблема жилищного вопроса. А так театр нуждается ли в актерском ансамбле? Конечно, да, конечно, нуждается. То есть мы хотели бы, есть масса спектаклей, которые мы не можем поставить, к сожалению, из-за того, что у нас не хватает актеров. Вот у нас нет героя сейчас. Мы хотели бы поставить, вот Вячеслав Терещенко должен приехать весной, он запланировал поставить «Алые паруса». Но для того, чтобы поставить «Алые паруса», нужен герой. Такой, от которого бы зрители не отрывали глаз. Так. К сожалению, такого героя у нас пока нету. Если вдруг есть среди зрителей человек, у которого есть актерское образование, который мечтал бы попасть в театр, мы милости просим. Кстати, Толпаров никогда не отказывает людям творческим, которые приходят, которые хотят найти себя, у которых есть образование театральное, но по каким-то причинам они не смогли или не захотели сначала, да, попробовать себя в театре. Он всегда выслушивает, он всегда дает оценку, он всегда лояльно относится к этим ребятам. Thank you.
театр, в русский театр. Раз то, что говорят, что нужен герой, а может быть, кто-то из вас, из числа народа, даже если вы приходите, может быть, понравится, может быть, вас возьмут на работу. Ну, я не знаю, как еще можно объяснить нашим людям, нашему народу, чтобы они приходили, любили театр, любили, как я люблю, как вот мы любим театр. Вот что интересно, вот за пределы республики, вот, русский театр, кроме Дагестана, вот, куда вы ездили, командировками, это со спектаклями? Ну вот я же вам вот рассказываю, во Владимир мы ездили. Во Владимир. Еще мы ездили в Саратов. Мы ездили в Калугу, в которой, кстати, нас принимали очень хорошо, и они нас ждут до сих пор. В Калуге? В Калуге, да. Между прочим, Калуга очень театральный город. Там у нас вообще не было проблем с продажами. Мы возили туда 3 спектакля, и они все шли с аншлагами. И они до сих пор, как бы, они говорят и нас ждут. Вот, но мы ездим в Москву. Мы были в прошлом году на фестивале «Золотой Витязь», где взяли серебряного Витязя. Второе место со спектаклем «Записки сумасшедшего». Да, надо сказать, что спектакль «Записки сумасшедшего» вообще является гордостью русского театра. Потому что в 2013 году они были приглашены, Тулпаров вот с этим спектаклем. В нем играет народный артист Республики Дагестан Имам Акаутдинов. Да, они ездили, они поехали в Македонию на международный фестиваль «Монодрам». В этом фестивале на Македонии принимали участие все международные известнейшие театры. Английский королевский театр, итальянский театр, турецкий театр. Огромное количество театров. Мы взяли гран-при. Из России были мы одни. Из России одни? Одни. Дагестанский русский театр был единственный из России. Ребята, участники фестиваля, не знали, что такое Махачкала, что такое Дагестан. Они, в принципе, знали, что такое Россия, но не знали, что такое Махачкала. Когда Тулпаров сказал «Анжи», «Анжи», они по «Анжи» поняли, что это за республика Дагестан. Вот. И на первое место поставили английский королевский театр, а гран-при взяли мы. Вы подумайте, надо же, чтобы поехали туда от имени России. Да. Они даже объявили «Россия, Дагестан, Махачкала». Мы были единственные. Они даже не знали, где находится республика. Да, не знали абсолютно. Так вот этот спектакль «Записки сумасшедшего», когда они поехали в Москву вот в октябре на фестиваль «Золотой Витязь» в 16-м году, там еще нам повезло, что у нас работает с нами главный художник. Он заслуженный художник Республики Мариэл Борис Голодницкий. Угу. Он является директором и художественным руководителем Костромского городского театра. Угу. Но приезжает к нам. И сценография вся больших спектаклей перед «Заходом солнца», «Записки сумасшедшего», «Без вины виноваты» принадлежит Голодницкому Боре. Mm. И я считаю, что вот этот тандем художника и режиссера, если он найден, то спектакли получаются просто замечательными. Чехов, вот прием именно взгляда. У нас в спектакле, в декорации используются очки Чехова, которые висят над сценой, uh-huh. и как бы сквозь очки люди смотрят на наши площадки. То есть, Чехов, да, два, это как будто сам Чехов и зрители Чехов. Смотрят на героев со стороны. Вот этот ход очков придумал именно Борис Голодницкий. Жесть. То есть, да, вот такая совокупность. И вот на этом фестивале «Золотой Витязь» он взял приз за лучшую сценографию. Мы взяли второе место за mm-hmm. сам спектакль, за а спектакль. Он взял приз за лучшую сценографию на этом фестивале. Кумыкия сказка, под нос мой серебряный, орнамент сирени с насечкой звезд, который когда-то, оправив селение, Кавказ, как чеканщик, в дар морю принес. Кумыкия зорями омытое небо, айран ледяной и кувшины с вином, и добрые гости с затравными криками поют и пируют за щедрым столом. Кумыкия реки с прозрачными струями, сады, как отары, сбегают к воде. Нежнейший кумус мой с певучими струнами коснется любовь, словно сердце задеть. Кумыкия тропы набегами стертые, и отблеск пожарищ, и крики орлов. Кумыкия гордые строки истории, на скалах написаны сталью клинков. Кумыкия сердце для друга открытое, и яростный скачки тревожный азарт, и степь, словно бубен, гремит под копытами, и в рощах кричит травоглазый фазан. Кумыкия летных рассветов затишье, Кумыкия песня и стон
казака. Ты вышита щедрым, цветущими вишнями, и солнце, как яблоко, держишь в руках. Скажите, пожалуйста, а репертуар театра на сегодня, если, к примеру, народ захочет смотреть «Мамочки» или там другие спектакли, а в этом году сезон у вас намечаются ли эти же спектакли? Да, конечно. И какие спектакли у вас в репертуаре? Когда мы выпускаем спектакли, дай бог им долгой жизни, они эксплуатируются очень долго. Возьмите «Ханому». Ага. «Ханума» идет уже порядка, наверное, 15 лет. На сцене я русского театра, еще с Инессой Курумовой. Сейчас ее заменила Ханумо, сейчас играет заслуженная артистка Республики Дагестан Вера Гречанникова. Ее любят очень. Она как бы с репертуаром, мы ее снимать не собираемся. Не помимо этого, ряд комедий. «Дядюшкин сон» Достоевский. «Смешные деньги» Рея Куни, тоже комедия. «Выбирай рай», такой философский спектакль. Премьера его состоялась вот в октябре 2016 года наряду с Чеховым, вместе Карпачева поставила. «Мамочки», чтобы люди задумались, как-то немножко пострадали, поплакали. «Перед заходом солнца», «Записки сумасшедшего». Сейчас мы восстановили спектакль. Вот, кстати, хорошая новость для наших зрителей. Не было его 2 года. «Водевиль. Женитьба гусара». Он идет у нас на большой сцене. Поставил его приезжий режиссер Владимир Бородин. Огромный декорации красивые, и бальные платья у девочек, гусарские мундиры у мальчиков, поют, танцуют. Такой яркий, красочный водевиль тоже ждет наших зрителей вот в октябре месяце. Пожалуйста, что еще надо? Любой спектакль, все спектакли на выбор. Я хочу, чтобы наши зрители, наши дагестанские зрители, чтобы они приходили в театр, чтобы смотрели, чтобы любили театр, чтобы заразились театром. И что вы желаете нашим зрителям? Ну, я хочу сказать вообще большое спасибо нашему дагестанскому зрителю, потому что он у нас очень хороший, очень думающий, очень такой энергетически сильный, который дает заряд любви и бодрости актерам. Мы это чувствуем на сцене, когда играем. Вот эту энергию, взаимообмен энергиями, который происходит между актером и зрителем, он очень важен как для актера, так и для зрителя, чтобы после спектакля что-то осталось, ради чего мы его играем, этот спектакль. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы зрителей стало больше, чтобы в театр стремились попасть. Мы играем по субботам и воскресеньям, каждый вечер, то есть начиная вот с середины октября. Поэтому мне хочется пожелать им огромной любви, несмотря на вот все невзгоды, которые происходят там во внешнем мире, то есть вот эти все страшные вещи, которые мы можем наблюдать по соцсетям, по телевидению, по радио, чтобы они внутри нас не разъедали. И да, мы должны сопереживать, но мы должны и радоваться, уметь радоваться жизни, должны уметь отдыхать. И вот этого мне хочется пожелать нашим телезрителям радости жизни, восхищаться и наслаждаться каждым моментом, который у нас есть, и благодарить Бога за то, что мы есть, за то, что у нас все хорошо. И поверьте, когда вы будете думать о том, что у вас все хорошо, у вас действительно все будет хорошо. Приходите в театр. Дорогие друзья, у нас сегодня была в гостях прекрасный человек, прекрасная актриса, заместитель художественного руководителя Государственного русского драматического театра имени Максима Горького, заведующая актерской труппой, актриса русского театра, ведущая многих государственных праздничных мероприятий республики Юлия Майорова. Спасибо огромное вам, что не отказали нам. Спасибо, до свидания.